Гурьевском районе оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили участок, на котором двое местных жителей культивировали коноплю. Оперативники скрытно зафиксировали противоправную деятельность фигурантов. Операцию по задержанию злоумышленников провели прямо на делянке. Силовую поддержку оперативникам оказывали бойцы спецподразделений. В общей сумме сотрудники полиции изъяли 93 куста конопли, а также более 2 кг наркосодержащего растения. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.